Это не война. Это бесстыдство. Дорога ровная, колеса катятся. Так бы ехать и дать до самого дома. Меньше надо о доме вспоминать. Слышь, боец, руки-ноги целы? Иди вон туда. Там, кажется, люди есть. Тут вдруг такое началось. Тут, бать, немножко война образовалась. Здесь вон, в каждом дворе по могиле. Что теперь? Ну, здесь все подыхают, так что? Что же они смоляют сюда? Суки! Я долго думал, только не выведем мы их отсюда никак. Но их же убьют.